Шадов. Внимание! Во время съемок этого видео мне постоянно казалось, что кто-то ходит у меня в квартире. Поэтому, если вы заметите некоторые странности в моем поведении, можете ссылать это на мои галюны. Приятного просмотра и аппетита. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Шадуф, и мы продолжаем играть в Alien Isolation, да. В прошлой серии мы много чего нашли. Например, мы нашли одну охеренную штуку. Нашли же ведь? Или не нашли? Что-то понять не могу. Нашли. Вы что? Нашли мы ее. Все. Теперь мы можем делать все, что захотим. А, да, ребят, кстати. Как вы можете заметить, FPS у ролика очень низкий. Ну, у игры. Потому что комп очень слабый. Поэтому, ребят, как бы если вы можете зайти на стрим и задонатить, заходите, донатьте. Как раз, возможно, я буду скоро собирать на видеокарту. Там на 1060. Ну, это как бы максимум, я не думаю, что мне больше нужно. Хотя было бы неплохо. Так, что тут надо делать-то как-то? Нажмите А. Так я нажимал, ты ч... Капец. Так. Что это? Это робот, наверное. Не знаю, только... Что происходит? Нужен ионный резак. Аргумент. Ни хера не видно, господи. Я не представляю, как вам на ютубе будет все это видно, потому что я посмотрел так, как ютуб отдекодировал последний видос. Твою мать. Последний видоса 2, наверное, да? И, в общем, яркости там как у негра в жопе, то есть никакой. Его там нет. Что такое яркость? Ютуб в этом точно не знает. Нани? И туда тоже нужен ионный резак. Да какого хера? Я не понимаю, мы сюда вернемся или что? А, давайте все-таки. Опа. Руки вверх. Ладно, ладно. Эй! Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Сука. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что. Какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Да. Да. Тебе такого и не снилось. Оу. И кто же? Убийца. Ясно? Ясно. Не надо так резко это делать, пожалуйста. Как? Же мне что-то страшно стало. Как тебя зовут? Аксель. Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. На. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Ладно. Стрелка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал.
Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Поехали. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. О, это оно. По сторонам глазеешь? Да. О, взрыватель. Я говорю, лут тихо, очень сидят. Полезная штука. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. На ней? Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это... А вы кто? Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Типа. Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Долбанулся машина. Сейчас бы подрифтить. Надеюсь, про корабль ты. Так, ладно, что тут у нас? Бля, смотрите, какая детализация охеренная. Я как дебил просто, знаете, подхожу, рассматриваю всякие Погоди, текстурки. Сейчас лифт открою. Ты. Так иди открывай быстрее. Дай-ка я. Тут надо умеючи. О, кстати. Все, поехали. Ну, чего ждешь? Да, да иду я. Ну! Я говорю, в этой игре самое странное управление на свете. Так, я, пожалуй, блокнотик быстренько выложу так вот. Чтобы, если что, сразу записать. Что происходит? Прямо чтобы... сейчас. Так, окей, поехали. Давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Капец, почему у тебя штаны так... Почему у тебя пахнут штаны так? Так. Что, ничего нет, нет. Да куда ты прёшь-то так? Чёрт, валим! За мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигнёй страдаем. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Чего? О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Игра отреагировала только тогда, когда врубился скрипт. Что ж такой жирный-то, а? Оу. Не, на твою жопу я смотреть не хочу. Слава богу, я вас нашел. Хотя, походу, придет. Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанийских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Познакомиться, иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Взял, встал, на месте стоит тут. Да он вообще какой-то. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Нига. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Двигайся пожежисто. Ты что, здесь живешь? Куда мы вышли-то?
Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой. Окей, все возьму сейчас у тебя, все, что у тебя есть. Ну-ка, отойди. Отойди, я сказал, отойди. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. Опа. И батареек взять не забудь. Фонарик. Фонарик хорошая штука, ребят, запомните. Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Я тебя понял. Вещество. Холодная сварка. Сюда. Да подожди ты, а что еще батарейки-то будут? Нет, ты мне объясни, пожалуйста. А то я-то тупой, я же не понимаю. Так, ладно, надо сохоронить игру. Похоронить. Да-да-да-да-да-да-да-да. Угу, все, зашибись, ребят, погнали. Так, значит, залезаем. Поехали. Собака, все искрится, все как-то страшно, вообще пипец просто. Так, ну дай мне вылезть, да что ты такой жирный? И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ага, ее ага. Отметил, чтобы не потерять. Фонарик, кстати, походу быстро начинает светиться. Давай, потому что мы же играем на сложности. Выход. Найди ее. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Банки саны. Офигеть, уже пол батареи практически потрачено. Я знал, что она где-то здесь. Видишь, я же говорил. Долбанулся, Игорь. Иди сюда, лысый. Да, я понял. Я попал в новый фильм Brothers. Ладно. Ладно, мы это переживем. Я надеюсь, на Ютубе такое показывать можно. Я надеюсь. Ну, иди. Да иди! Лучше тут не задерживаться. Какой же ты тупой. Ну иди, а! У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Ох. А как? Только те, кто хотят жить, как пафосно сказал. А быстрее как идти говоришь, ты можешь по этой вентиляции? Тихо, там кто-то есть. Да, принято, так точно. Надо идти к остальным, у них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Вырубай фонарь! Иди за мной. Нига, я даже еще не успел нажать, ты уже говоришь, вырубай фонарь. Хера ты глазастый. Ага. А что, на кнопку жать не надо больше, да? Хлам, окей. Тихо. И фонарь не включай. Да вообще похер. Тихо ты. Чего не так-то? Лично я бы не расслаблялся. А что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Их много, и у них пушки. Завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут. Вот мы, конечно, говорим, да, они нас не слышат. Вообще. Меня. Проскочишь потихоньку.
класс. Кто последние запасы проверял? Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джос смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть на... чеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что, ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю... А ты поменьше говори, за умного сойдешь. Идем, надо проверить остальные запасы. Окей. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Как вы могли бросить меня одну? Кто тут? А ну вылазь, не тронем. Там внутри что-то мелькнуло. Мы знаем, что ты там. Черт. Зачем я вообще... Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Тихера! Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение? Крыса? Ни хреновая должна быть крыса. Ну не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушки. Ну что, давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Потише. Они еще рядом. Тихо. Тихо. Напряженка. Да? Фу, страшно. Окей. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Сейчас, подожди, я в терминал зайду по-бырому, так почитаю что-нибудь. Так, отлично, я за минуту выбрался. Вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. В общем, понятно. Ага. Понятно. Вообще, тут вообще жесткий дефицит всего, что угодно. Если... Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Окей, бой. I understand you, my bold friend. Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Бегим! Он, походу, мертвый! На ней!
As fast as I can. We are running in the 90s. Ты же его убил! А иначе да ладно! Меня. Тут или ты, или тебя. Охереть! Вот ты умный, конечно. Ты понимаешь? Не целуй меня. Я тебя понимаю. What the fuck? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это чё за херня? Бать! Господи, что это за тварь? Ребята. Надо уходить. Твою мать! Быстрее, 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 быстрее! Твою мать! Твою мать! Вы это видели? Сука! Он был там! Хорошая музыка. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Система транзита станции работает. Работает. Что такое? Перенаправляйте ток, чтобы включать и отключать систему, находящуюся рядом с вами. Система подпитывается от источника энергии органического мощности. Включив одни, вы можете включить другие. Перечайте доступ к новым секторам. Отвлекайте на него не рога и экспериментируйте систему и сенсоры. Все это поможет вам достичь цели. Хуя не понял. Ни хера не понял, если честно. Ладно, я думаю, можно сохраниться и на этом вот эту серию вот как бы да. Потому что что-то я как-то нет. Ладно. Ладно. В общем, всем удачи. Всем пока. Мы начнем в следующей серии. Давай.